летательную машину, катапульту, изобрели еще в древности, но используют и сейчас. Только с ее помощью запускают не камни, а самолеты. Например, на корабле авианосца, где самолету мало места, чтобы разбежаться. Его разгоняют катапультой. А еще катапульта спасает жизнь летчиков. Когда самолет попадает в аварию, в кабине срабатывает катапульта. Летчик вылетает в небо и приземляется с парашютом. Обычная рогатка – это тоже катапульта, только очень маленькая. Будьте осторожны с этой игрушкой. Она опасна и для других, и для вас. Мы, фиксики, за использование катапульты только в мирных целях!